Фролов Дмитрий, заметьте, 152 ФЗ РФ. Вот такой стартап. Прям в тему. Здравствуйте. Друзья, всем привет. Меня зовут Дмитрий Фролов, и я рад представить вам наш проект. Мы делаем сервис подготовки документов по персональным данным. Он называется 152fz.rf. Мы делаем так, чтобы сайты в интернете не штрафовали по 152 федеральному закону о персональных данных. Многие знают, что с 1 июля этого года в законодательство внесены поправки, по которым предприниматели, интернет-предприниматели, владельцы сайта могут оштрафовать на неприятную, а иногда даже большую сумму денег, вплоть до 300 тысяч рублей. На слайде вы видите частные случаи, за которые могут оштрафовать. Проблема перед предпринимателем заключается следующим образом. Необходимо подготовить соответствующие документы, разместить их на всех страницах сайта и каким-то образом получить согласие от пользователя на обработку данных. Те предприниматели, которые уже знают о проблеме, пытаются ее решать. Своими силами заказывают у штатных или аутсорсных юристов или пользуются онлайн-сервисом. Таким сервисом являемся мы. Мы придумали оригинальное, элегантное решение данной проблемы. Во-первых, наш сервис позволяет оценить вероятность получения штрафа вплоть до суммы, на которую предприниматели могут оштрафовать. У нас есть простой пошаговый мастер подготовки документов и уникальный виджет для быстрой установки документов и получения согласия с пользователя, благодаря которому за 2 минуты без помощи юриста и программиста можно привести сайт в соответствии с законом. За последние 3 месяца мы основали наш проект в апреле этого года, а за последние 3 месяца мы получили 40 тысяч уникальных посетителей на нашем сайте. 6500 из них стали нашими клиентами, и мы заработали 1 000 000 рублей выручки с 1000 платящих клиентов. Нашим основным каналом привлечения клиентов является партнерская программа, и мы привлекли более 300 партнеров со всей России. Благодаря тому, что у нас есть бесплатный тариф на сайте, мы получили более 1000 упоминаний в соцсетях ВКонтакте и Фейсбук, а также этим летом прошли успешно заочную акселерацию Free. Наша команда состоит из 4 человек, и наш опыт и экспертиза полностью закрывают все необходимое для нашего проекта, и мы готовы этой командой осуществить все наши поставленные цели. Бесспорно, у нас есть конкуренты. Но мы выгодно отличаемся на их фоне как по ценовой политике, так и по функциональности. Как я уже сказал, наше ключевое преимущество – это уникальная разработка, которая помогает без помощи юриста и программиста привести сайт в порядок в соответствии с законом за 2 минуты, работает на любых платформах и всего за 490 рублей в год. Согласитесь, приятно. Только в России 5,1 миллиона активных действующих сайтов, поэтому мы оцениваем рынок в сумму 2,5 миллиарда рублей. И мы планируем уже к 2018 году занять 0,5% этого рынка, а к 2020 году занять 5% этого рынка, что в денежном эквиваленте. Казалось бы, зачем нам инвестиции, мы и так неплохо растем. Но мы верим в то, что этот рынок персональных данных и рынок персональных данных сейчас перерождается, и мы находимся в самом начале пути. Поэтому, чтобы стать сервисом номер один на рынке персональных данных, нам необходимы инвестиции 5 миллионов рублей, которые мы планируем потратить на маркетинг, для того, чтобы получить большой охват в социальных сетях, взаимодействовать со СМИ, подключить большое количество новых партнеров, а также немного доработать продукт и поработать с рынком Европы, так как эта тематика также очень актуальна на рынке Евросоюза. На этом слайде мои контакты. Если вы хотите стать совладельцем сервиса номер один по персональным данным в России, мои контакты всегда открыты для вас. Спасибо. Фу! Еще один прекрасный стартап. Заметьте, в ногу со временем. Кстати, из какого-то города? Я из Воронежа. Из Воронежа. А первый стартап у нас был, помните, огонь, он был из Крыма. Вот. Спасибо тебе огромное. Так, у нас следующий проект.